Да, Дуда, Play. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру про наших инопланетных зомбаков, так сказать, животных, да? Наших жуков. Что он пишет? 3, 2, 1, go? Да, подожди. Сейчас посмотрим, кто кого. Быстренько выращиваем вот этих малышей. У нас получается... Все, у нас кончились деньги. Так, малыши, давайте быстренько работайте. У него получается 4 их, да? У меня. И у меня 4, да. Нелегко будет, нелегко. Мне нужно сейчас успеть кого-нибудь выпустить. Сразу создаем вот эту штуку. Ждем. Добавляем еще. Сейчас пока идет 15 секунд, быстрее. Сейчас я не знаю, успею, не успею. Сейчас выпустить его. Монстрика, давай, быстрее. И сейчас мы его сразу создаем. Есть, поехали. Один, второй, сразу два. Все, ищи. Я не знаю, когда он выстрелит, сразу выстрелит или нет. Так, он этих стрелков выпустил. Давай, быстрее, иди. Ох, нет, успел все-таки он выстрелить, гад. Выпускаем. Давайте их слизняков уничтожайте. Так, сразу улучшить сейчас не получится. Все, сейчас мы улучшаем, да. Делаем такого мощного. Здесь, в принципе, мы сейчас нейротоксинчик запустим. Ждем. Все, запускаем. Быстрее запускайся. И давай второго нашего скорпиона. Все, ждем. О нет, уничтожили моего скорпиона. Вот, все, видишь, сразу же повернулся сюда. Гад. Нейротоксин, быстро. Есть. Скорпионы, бегом. Сейчас сделаем сразу медузу, так не получится. Вот, все, делаем медузу, срочно. Все хорошо. Ждем. Кого он там выпускает? Никого сейчас пока не выпускает. Все, давай быстренько перестраивай. Вот, молодец. Все, давай первую медузу. Первая медуза пошла. Сразу скорпион. Сейчас и вторую медузу запускаем. Ага, он тоже медуз. Давай, он тоже медуз стал выпускать. Ага. Будем улучшать медуз. Так, пока нет денег. Ждем. Все, делаем мощную медузу. Выпускаем еще одного скорпиона. Да, сейчас мы улучшим медузу. Сейчас большая будет медуза у нас. Все, хорошо, ждем. Так, эти кашемилки уже все, максимально. Мы все выпускаем уже наших скорпионов. И сейчас будет у нас большая медуза. Ждем. Все, пошла. Так, это что-то пишет. Ё-моё, сколько он медуз выпустил. Офигеть просто. Ооо, ё-моё, нифига себе. Что это за медуза такая мощная? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это за мощная медуза такая? Просто я не знаю, что делать. Так, тут что можем еще? Можем... А, да, нам такую штуку нужно. 75 надо. Все, ждем. 75. О, все, выращиваем. Это у нас будет камикадзе. Выращиваем камикадзу. Нейротоксинчик бросаем. Блин, не успели. Вот это мощная медуза. Мы сейчас будем делать... Да, все. Я запустил. Камикадзе. Сразу двоих камикадзе. Все, они сейчас у меня идут. Вот, потихонечку. Ракета такая у меня мощная будет. Она поможет. Она поможет взорвать этих всех монстров. Давай. Опа. А, нет, она... У нее не хватает мощности, что ли? Я не понял. В смысле? Давай еще упускаем.
Сейчас мы выпустим большую медузу. Подожди. Сейчас выстрелим быстренько. Опа! Есть. А, она у нас слабая, слушай. Слабая. Ёлки-моталки. Ну, в принципе, она слабая, но все равно какой-то толк от нее есть. Все равно. Сейчас подождем. Давай, еще одного скорпиона. Ну, сейчас нужно взорвать их. Давай, взрываем. Опа, есть. Победили мы тут мощную. Мощную медузу. Давай, выходи. Ракетка, давай, 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 давай. Что у нас здесь получается? Ага. Так, пока мы не будем делать мощную. Давай, давай еще, сейчас я подожду. А, ну, сейчас нейротоксин быстренько выпустим. Вот, хорошо. И надо еще, короче, медузу. Да, медузу. Одну простую, обычную медузу. Все хорошо. Давай сейчас сделаем атомную бомбу нафиг. Есть, всех уничтожил. Все хорошо, потихонечку. Так, мы-то свою использовали. А он-то еще нет, поэтому возможно, что он будет... А он, скорее всего, будет выпускать. Поэтому нам нужно аккуратно. Так, сразу выстреливаем сейчас вот нейротоксином. Вот, хорошо. Выпускаем парочку медуз слабых. И надо будет мощную еще медузу выпустить. Ух ты, сколько он стрелков-то своих выпустил, а, гад. Ой, ё-моё, что творится, а? Что творится? Все, они, смотри, идут сюда на меня. Сейчас, нет, мне не получится выстрелить сейчас. Да, медузы у меня сейчас не сильно эффективные идут. Ну, ладно. Потихонечку, хотя бы пусть время отвлекают. Вот, сейчас выстрелим в них. Опа, хорошо, хорошо. Все, они немножечко отдуплились и пошли назад. Сразу еще одного скорпиона. Надо мне большую медузу. Ждем, ждем большую медузу. Ждем на большую медузу. Все, выпускаем большую медузу. Хорошо. Так, он выпустил этого монстра. Надо нам что-то предпринять. Ну, давай сейчас еще выпускаем, значит, наших скорпионов. Хорошо. Вот у нас большая медуза пошла. Вот. О, да мы сейчас победим. Есть. Давайте, 5-3 звезды. Ну почему 2 звезды-то всего лишь, а, ребята? Куин, а, ну все, ну блин, а почему? Почему не 3 звезды-то, а? Так, у нас открылась вот этот, небесная королева. Открылась Sky Queen. Интересно. Что это, 12 уровень? А у него будет еще какая-то фигня, не знаю, что это. Блин. Ладно. Это что такое? Карт. Не знаю. Оставим все как есть. Уровень 12. Level 22. Ага, спасибо тебе. Что-то там, короче, ладно, пропускаем диалог и идем в бой. В бой идем, ребята. Сразу выпускаем быстренько вот этих штучек. Все, ждем. Сколько у нас тут времени? Все, пока у нас нет, не хватает. Сразу сейчас вот это выпускаем, ждем. Угу. Сколько? 25 надо? Офигеть. Офигеть, что у него там происходит? Нормально все? Развивается? Сейчас мы первое это выпустим, все, выпускаем. Выпускаем нашего друга. Все, давай эти кашемилок делаем побольше. Червячков. И, в принципе... О, что-то он написал. Что-то он сейчас выпустит. Что-то он нехорошее выпустит. Что-то он хочет прям... У него эти улучшенные, смотри. Собиратели. У него собиратели улучшенные. А, ну, значит, я могу улучшить, да? Нет, нифига. Интересно. Ага. Так, это пока улучшить не можем. 50, ждем 50 добычи. У него, смотри, они приносят по 6 штук. По 6, а мои? По 5, ну мои тоже, в принципе, так же. Все, улучшаем сразу сюда.
этого скорпиона. Скорпиона сразу улучшаем. Ждем. Так, пока я не могу ничего такого создать. Так, сейчас мы их выстрелим сразу. Так, сразу выпускаем. Давай, еще, давай бегом. Вот, один пошел. Второй. Потихонечку. Сейчас дождемся. Только не поверни их. Только не поверни его. Да как ты можешь его поворачивать? Я не понимаю. Угу. Так, быстренько, быстренько. Собираем, собираем. Нужно побольше денежек. Но у меня-то они мощнее, это скорпиончики. Видишь, но он, видишь, не может его повернуть. Смотри, он встал и все. Все, давай, поворачивай. Вот, хорошо. Что же здесь у нас происходит? А, давай сразу сделаем медузу. Так, все, идите, ребятки. Идите, мои хорошие. Давайте. Я на вас надеюсь. Я вас побольше сейчас выпущу. Так, что он там хочет? Сейчас он еще атомную бомбу еще может сбросить, слушать. Поэтому пока выпустим медузу. Потом ее сейчас улучшим. Да, я знаю, что он может выпустить атомную бомбу. Если он почувствует что-то неладное, что прям вообще конкретно. И он выпустит ее, спокойно выпустит. Медузу. И сейчас мы будем... Кого еще развить? Давай какую-нибудь... Ладно, пока никого не будем развивать, пока будем ждать. Ждать пока. Сейчас сразу выстрелим. Пускай они немножко отойдут назад. Все хорошо. Нечего подходить к этому таракану. Давай еще мощную медузу. Здесь, в принципе, можем развить, да, вообще огромные медузы. Но пока я не вижу смысла этого делать. У нас, в принципе, и так все нормально, справляется. Ага, не будем пока. Нет, еще. Да нет, слишком много еще потом платить за нее. Мне не хватит денег. Все, мы сейчас будем делать медузу. Вот, пиши медуза. В принципе, пока неплохо. Главное, чтобы он сейчас этот атомную бомбу не выстрелил. Если он сейчас запустит атомную бомбу, то все, конечно, капец будет. Потихонечку, потихонечку мы будем его добивать. Ну все, еще можно одну медузку выпустить. Все, и ждем. Пока не будем спешить, потому что атомная бомба, он сейчас всех моих расфигачит и все. По одному будем выпускать тогда и все. Давайте, скорпиончики. Ну, давай еще одну медузку. Ну, он сейчас может спокойно запустить атомную бомбу и все будет. И будет капец. Будет капец. Ждем тогда. Все. А, good job, хорошая игра. А, ну все, в принципе, все, я его уничтожил. В принципе, несложно было. Нормально, мы получили 3 звезды. Я думал, вообще будет жара, что будет вообще тяжело. Но мы справились, дорогие друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.